привет! С вами Дора Люкс, а я варю. Здесь вот у меня суп гороховый, здесь вот котлетки, вот, еще каша гречневая. Делаем потише. Убираю пенку, которая образовывается. Морковку нарезаю вот туда же. Картошка уже, здесь, во-первых, мясо у меня, курица, уже почти сварилась. Туда добавила я горох, картошку. Ну, морковку я мелко режу, поэтому я ее позже, картошки. А так, если бы я крупно ее резала, то надо было бы морковку. А потом уже картошку. Ну, тут технология немножко другая. Еще у меня пирожки будут. Я еще пока не решила только с чем. Или с творогом сделаю ватрушечки. То, что я творог купила. Или сделаю мясные пирожки. Вот. Посмотрю. Вот так. Как у вас дела? Хорошо? И еще туда лучок добавлю. Я его предварительно в воду замачиваю, чтобы, во-первых, не будет, он мягче будет, во-вторых, он, когда он же лук, и говорят, что от семени дуб, но он щипит глаза. Можешь плакать не буду от лука. Лучше, конечно, от лука плакать, чем от жизни, да? Вот. Надеюсь, вы никто не плачете от жизни, а только плачете от лука. Желаю только плакать от лука. А жизнь только, чтобы рада была у вас. И было в жизни только счастье. Вот так. Ну, встретимся через минуту. Так, лучок туда еще добавляю. И будет оно вариться у меня. Вариться. Суп мой гороховый. Еще соль надо добавить. Посмотрю. Вроде я его не солила. Только эти солила. Сразу убираем грязь. Немножко здесь у меня. Я сразу мою посуду, чтобы не застаивалась, которую использовала. Вот так. У меня здесь удобненько так. На моем новом месте жительство. Мошенники меня ввергли в долг, а я удалила этот долг. Пришлось продать квартиру, купить дешевле. Но это не всем подходит. Это мне просто повезло. Так некоторым людям может и не подойти такой вот способ убрать долги от кредитов. У всех же по-разному. У меня из-за мошенников кредиты были. И это, конечно, очень мне было. Я сейчас вот это, наверное, котам дам. Бульончик. У меня аж две кошки. Одна
кот и кошка, вот. Бася кот и кошка Буся. Мои тоже жители моей квартиры, мои родные детки. Вот так. Ну, а то, что картошку мы не использовали, может быть, я с картошкой сделаю пирожки, а может быть, просто. Вот. Я еще подумаю. Вот так. Вот я готовлю покушать. У меня тесто тут есть. Я в этот раз купила. Не делала. Купила тесто. Мука у меня тут есть. Так, здесь она старая, поэтому я ее выкину. Мне что-то не нравится. Я лучше новую использую. Чистую, хорошую, на ручку. Вот это тесто от Ярче неплохое. Они по полкило его делают. И оно как-то нормально. Мне хватает сыну. Там несколько, немножко пирожков. Более другой еды хватит. И прям вполне. Да куда вы залезли? Какие уже залезли, там у меня лежат мясо, и вот они уже успевают, только так. Ну, ладно, встретимся мы, когда я готовлю уже. Вот. Все-таки я решила с мясом. Сделать пирожки. У меня вот здесь есть типа фрикаделек. Вот. Я с ними и сделаю. Так. Первый раз буду в этой плите готовить. Не знаю, как получится, не получится. Надеюсь, что получится. Ну вот, у нас готово. Осталось только этот, лаврушку. Вот у меня каша гречневая, как вы видите. И котлетки на плите. Вот так. И еще у меня я поставила пирожки в духовку. Вот такие у меня получились пирожки. Замечательные. Вот так. Приятного всем аппетита. С вами была Дора Люкс. Вот.
Смотрите, какая красота, да? Правда, немножко они, можно было их не пересушивать, но это новая у меня плитка, поэтому я еще не знаю. То ли она сама жарит, ну, жварит так, то ли это... Вроде так ничего получилось. Смотрите, какие у меня пирожки получились. Вот, в новой плитке, которую я только первый раз включила проверить, что получится с ними. Вот. Пирожок. Всем пока.